Итак, друзья, здравствуйте. Очередная посылочка пришла, снова, безусловно. Она была вскрыта на таможне. Опять волшебный таможенный скотч, как вы видите, вот он. Сегодня я ожидаю свою долгожданную гарнитуру Xiaomi, но почему-то она не приходит уже больше 45 дней. В настоящий момент, что я ощущаю по ощущениям своим, это вот точно такие же часы, абсолютно такие же часы, только с черным ремешком X9. Давайте вскроем же, друзья, и посмотрим, в чем дело, что нам прислали наши китайские товарищи. Вы уже видите, что я прав, я еще нет. Достаем, смотрим. Да, я абсолютно прав. Что у нас получается? Опять же, бумажка и Smart Band. Опять же, естественно, все скрыто. Странно. Да, в прошлой посылочке было дополнительных два скотча. Вот здесь вот раз, и здесь волшебных таможенных скотча. Но в данном случае, ребятки, они даже не удосужились это сделать. Просто-напросто вскрыли и положили обратно. Я не знаю, есть там или нет там эти часы. Но давайте, друзья, смотреть. Итак, что нам для этого нужно? Нам нужно просто потрясти волшебной... Ну, трясти не будем, как в прошлый раз, наверное. Давайте попробуем ее просто открыть. Опять же, открывая, смотрим. Опять же, видите, здесь. То есть, оно просто-напросто всегда проваливается, и все. Ну, давайте смотреть дальше. Коробочка, естественно, немножечко помятая, вы видели, да? Вот здесь вот ударенная хорошенечко. Вот. Ну, и, собственно говоря, по углам тоже чуть-чуть ударенная. Убираем сразу вот здесь. Вот так вот оно выглядело. Вот так, когда часы здесь торчат, это выглядит достаточно приятно и красиво. Но в данном случае я думаю, что они не удосужились даже всунуть красиво. Просто покидали и сверху закинули вот этими бумажками. Итак, смотрим, что же к нам пришло. Опять магнитная USB. Очень приятная, очень хорошая. Мне оно лично очень-очень нравится. Ну и, соответственно, макулатура, коробка, больше здесь ничего нет. Выкидываем и смотрим часики. Часики у нас, по идее, должны быть с резиновым черным ремешком. Давайте посмотрим, правильно ли выполнили заказ наши китайские друзья. Итак, друзья, да, правильно, все точно так же, как и тут. Мне лично эти часы единственным, чем не нравятся, они мне не нравятся только одним, то, что указаны их возможности мерить давление, не работает. То есть просто показывает, как обычно. Я в прошлых обзорах, кому интересно, посмотрите, X9 я делал обзор на белые часы. Точно так же я попробую и на черные часы. Имеется в виду те же самые X9, только с черным ремешком. Все точно так же, все очень приятно. Но я думаю, также они плохо, они, думаю, ничего просто не измеряют на самом деле. Но для красоты мне лично нравится вот этот контраст черно-белый. Ну, мне кажется, очень интересно, очень красиво. Как оно будет смотреться дальше, я покажу в новом видео, естественно. Опять же, покажу, работает ли качественно или некачественно. Здесь, ребятки, металл и каленое стекло. Естественно, здесь везде вы все видите. Пленочка. Вот, ну и все хорошо. Значит, об обслуживании я вам расскажу. Кстати, я заказал сначала вот эти часы, черные, а потом заказал белые часы. Но белые, наверное, пришли 2 недели назад, а черные очень долго лежали на российской таможне. Ребята, они, наверное, носили их там, показывали друг другу, тоже веселились, хотели вот эти вот часики такие. Потом начальник таможни сказал: ребят, хорош, наверное, веселиться, положите и отправляйте товарищу другу в Крым. Именно поэтому все мои посылочки, друзья, они все вскрыты. Это неприятно. Приятно то, что все-таки здесь вот магнитный, зарядочка магнитная. Мы подставляем и, значит, другим образом не получается. А вот так вот они подключаются и происходит зарядка. Друзья, понравилось, если видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем добра. Ну и что можно еще сказать? Хорошего настроения, друзья. Пока.